Но на самом деле самое мое большое счастье – это мой ребенок. Я очень ее люблю. Она самое-самое настоящее счастье. Это правда, действительно. Потому что я помню, что когда только я ее родила, я поняла, что ну вот сейчас я уже могу спокойно умереть, потому что я сделала все, что я могу, самого лучшего. И я очень четко поняла для себя, но это прям были какие-то минуты самого настоящего счастья, потому что я действительно тогда поняла, что вот вся моя жизнь до рождения Лизы, да, это какая-то вот как будто жизнь на черновик, да, а вот с ее появлением, реально вот с тем, как с этим сном, как она родилась, я как будто зажила заново, вот как будто началась какая-то настоящая моя жизнь, осознанная, осмысленная, нужная. Не просто в боях революционерки там с кусочком печенки, понимаете, а всерьез, по-настоящему это стало иметь какой-то основной и главный смысл. Но просто, честно говоря, я никогда не хочу, ну, я хочу как бы минимализировать вообще разговоры там о каких-то вещах, которые тебе важны, дороги и нужны, поэтому я стараюсь об этом не говорить. И как бы держать это, ну, не то, чтобы не сглазить, я знаю, что сглазить это невозможно, но, ну, как бы я не дам это никому сглазить, но я имею в виду, что просто, ну, не хочется это трепать, что ли, да, поэтому всегда находишь какие-то другие альтернативы, какие-то другие слова. Но на самом деле я очень сильно люблю свою дочь, которая мне дорога и важна более, чем что-либо на свете. Иди умывайся, иди. Что ты можешь... В камере? Да. Иди давай, умойся, Лиз, ну, у тебя заплаканное все некрасиво-то. А, я, говорит, могу показаться в камере. Иди, все уже. Ну, Лиз, иди уже. Я буду с тобой. Иди по...